Всем привет, с вами та самая мисс Евка, и это снова новый влог. Этот новый влог будет больше про мое питание, мое интуитивное питание, что я ем. Вот, собственно говоря, имея такую фигуру. Ничего не видно, ну ладно, вы, собственно, и так знаете. Вот. Также тут, конечно же, будут мои будни, какие-то такие мини-влоги, поездочки, дела. Поэтому желаю всем приятного просмотра. А мы поехали. Малыш, иди сюда. Да. Ай, кокоточки, куда ты там зацепился? Ты маленький, посмотрите, какого малыша. Мы нашли вчера, мы не смогли пройти мимо, ну как можно было его? Идеальное утро обеспечено, потому что мама привезла шоколадные круассаны из хлеба хмель. Не спрашивайте, почему в новогоднем платье, потому что у меня Новый год, я так чувствую. Мой любимый чай, кто не знает. Моя любимая тарелочка. Так, вот арахисовая паста, вот такую вот ем я. Собственно, я уже съела больше полубанки. Боже, он так хрустит, тут просто шоколад, смотрите, потек после микроволновки. Все, приятного мне аппетита. Как он хрустит, боже. Смотрите, сколько там шоколада. Просто тает в руках. Сейчас я оделась, собралась, и мы едем в город. У моей мамы вокал, у меня тоже вокал, но у нее скорее больше работа. В общем, у меня что-то по типу обеда. Вот. Наскрабываю салатик. И немножко взяла, потому что еще взяла с собой протеин. Все-таки решила съесть сейчас десерт, а не в машине. Вау. До свидания. Итог. Это просто божественный десерт. Я так и знала, что он будет очень вкусный. Теперь я, так сказать, подтвердила. В общем, все почти что свои основные дела я сделала. И сейчас я куда направляюсь? Конечно же, во вкус. А вы что думали? Конечно. Такого зеленого вайба вам. Все-таки как-никак уже май. Да. Сегодня много чего разобрали, во вкусили, но вот этот вот прекрасный брауни остался. Последний, ребят, я забрала его последний. Не смогла удержаться. Сейчас фрукты выбираю. Смотрите, что нашла. Мягкая карамель с корицей. Мне прям почему-то так сразу захотелось ее взять. Она стоит, конечно, ну, недешево, но выглядит безумно аппетитно. Я думаю, с творогом будет вообще кайф. В итоге, ребят, я взяла свой любимый сметанник, конечно же. Мой любимый. Точнее, моя любимая солянка. Есть, я добыла его. Посмотрите, какая красота. Я взяла свой любимый творог, зерненый творог. А еще вышли новинки, малиновый пломбир. Сейчас вам покажу. И вот еще тропический пломбир. Я уже дома. Вот что я взяла. Любимые десерты теперь. И новые йогурты. Любимый зернистый творожочек. Карамель, яблочко, молоко. И любимый творог. Ну что, я сейчас уже пойду спать. Завтра мы повезем котенку ветеринару. Мы решили назвать Моти, потому что он такой же мягкий, как и японский десерт. В итоге я решила все-таки покушать. Я взяла свой любимый зерненый творожок манго-маракуйя и такой чай. Мы свозили котика к ветеринару. Вот. У меня до математики где-то час. Я, наверное, пойду спать, потому что я очень хочу спать. Смотрите на этого мелкого. Не смогли определить пол, потому что он вообще капец маленький. Ты мелкий, да? Почему мелкий? Ну ладно, не буду тебя понимать. Так, ну что, в итоге я не поспала. Сделала себе обедик. Тут такие веточки и тост.
вкусняшка. На завтрак я хочу попробовать новую гранолу. И сделаю один сырничек с вот такой вот сгущенкой без сахара. Его еще сгущенкой полью. Я решила взять себе второй сырничек, потому что я не наелась. Мы сейчас собрались и все вместе поедем в город гулять. У нас сегодня тепло. Я одела свою новую футболочку и новые джинсы. Такая модница. Я пока не научилась тут управлять. Нет, реально меня сломать? Нет. Чем ты меня сломаешь? Я взяла свой любимый кексик морковный в магазине. Кайф. Мы уже дома. Я решила перекусить яблочком. Я немножечко устала, поэтому сейчас буду смотреть YouTube, отдыхать. Кушаю. А потом, наверное, пойду мыть голову. И уже такие дела делать всякие. И набирал обороты. Прекрасная жизнь. Завтра я буду кудряшом. Я заплела косички. Все, мама не заплела. Посмотрим, как будут кудряшки на такие вот волосы. Я сегодня готовлю запеченную овсянку. Не знаю, что у меня получится, потому что я готовлю ее первый раз в жизни. Так, ну что, вот моя овсянка. Мне очень страшно, что она все-таки, не знаю, не пропеклась. Но просто я, похоже, добавила много жидкости, готовила впервые, поэтому сильного опыта нету по овсянке. Слушайте, она очень даже неплохая. Мне прям понравилась, сладенькая такая, вроде как пропеклась, вроде как. В итоге я решила добавить туда еще сгущенки, потому что где голубика, она сладкая, а вот здесь, где ее мало, она уже не очень сладкая. Решила на десерт себе еще взять сырок, так как не очень наелась. Ой, как я соскучилась по этому сырку. Шедевра дождь. Я вам совсем забыла показать. Я повесила такую вот сакуру на кровать. В тот влог уже не влезла, поэтому... Сегодня я наконец-то решила накраситься. Боже мой. Я собираюсь, потому что мы хотим поехать сейчас с мамой в море-молл. Ну, в общем-то, как я соберусь уже до конца, я вам покажу свой лук.
Я уже собралась, я думаю, еще делаю что-то с волосами, потому что что-то кудряшки у меня какие-то такие, мне не очень не нравятся. Вот, но так, собственно, я сегодня на голубеньком. Делаю еще свой этот. Мол, любимый наш мама-блогер. Мы заказали вкусные пироги. Сейчас мы походим и будем кушать. Твои эмоции? Ура! Ура! Смотрите, какая милота. Красиво. Так как я хочу себе еще новых шорт, вот посмотрел, какие-то симпатичные, черненькие. Ну тут кофточек тоже такие нишные. Смотрите, какая сумка бомбезная. Они стильные. Значит, и другая тоже есть от первого. Смотрите, какое платье. И сандалики. Я хочу такие шорты померить. Смотрите, какие они классные. Сандалии этих нет, пожалуйста. Ну, как обычно. Нам пришли наши пироги вкуснейшие. Сейчас будем вкушать. Смотрите, какие пироги. Мы поели. Я пришла в Мак. Взяла тут кое-что померить. Шортики. Первая футболочка. Мне нравится. Вот эта полоска мне прям идет. Однозначно. Такая вот юбочка. Юбочку шортовую. Блин, ну она классная, но стоит, конечно, недешево. Такие шорты мне нравятся. Так, ну вот это уже, мне кажется, бледнит как-то. Ну типа вроде норм, а вроде нет. Шорты мне капец нравятся. Прям вот вообще... Остались вот эти. Так, черные штаны. Ой, черные, господи, шорты. Вот. Но они как по мне что-то слишком короткие. Я себе просто еще такие длинные на ВБ заказала. Поэтому я думаю, вот эти все-таки не брать. Тем более, они стоят, ну, почти что 3 тысячи. Ну, не, 5-600. Ой, господи, что говорю? 2-600. Вот. Не знаю. На ВБ я нашла подобные, только чуть-чуть подороже, но они длиннее, как мои вот эти. Все, довольная, ребят. Я купила. Сантули 41 размера, которые я тебе показывала, несколько штук. Я потратила все свои деньги в Мак. И сейчас иду в Бифри. Без денег. Это прекрасно. Я считаю, это вообще так... Ой, какие красивые. Смотрите. 100% нет моего размера, вот отвечаю. Моих размеров нигде нет. Зашла в какой-то магазин. В какой-то. Сейчас смотрим, что тут. Какой топик. Симпотный. Смотрите, какой вайб. Такой эстетик, прям черно-белый магазин. Конечно же, зайдем в Глорию. Шортики тоже тут классные. Такой уголочек в мой любимых тонах. А, какая кофточка, зачем я ее увидела, блин. Лучше бы я ее не видела. Да,
Я до сих пор смотрю всякие такие кофточки. Не могу я проходить мимо. Они меня манят. Они меня зовут. Ева, Ева, померь меня. Хотя у меня их уже миллион. Вау. Я уже в глории. Вот эта вот кофта была вообще отстой. Вот это уже симпатично лежит. Не, это все-таки не мое. Вот это вот. Она была в какое-то время популярна. Сейчас я не знаю, популярна она, нет. Ну, вроде как некоторые носят, но мне она, не знаю, не идет. Ну и плюс мне сама не нравится, как она. Может, она покороче просто должна быть. Вот так. Классная рубашка. Прям вообще кайф. Смотрите, какие носочки. Тут еще столько классных украшений всяких, ребята. У меня глаза разбегаются. Вот эти сережки, кстати, у меня есть. Прям кайф. Так, идет мне кепка, нет? Я не знаю, вот этот я беру. Так, ну что, теперь идем в окей по базе. Я нашла крем взбитый. Он что-то без лактозы, что-то вот такое. Тут, похоже, для ягод стоит. Я взяла себе такую вот творожную массу попробовать и мой любимый творожок, потому что он почти что последний остался, и у нас в Адлере я такого не видела. Тут вышли новинки, ребят. Я уже, конечно же, взяла всякие сырочки. Сейчас в йогурты идем. Все, ребят, закупили шопинг, модный лук, и мы наконец-то едем домой. Ура! Все, нашопились, находились, ужасно устали, да, шопинг утомляет. Наконец-то едем домой, у нас вся машина провоняла пирогами, вот этими, которые мы заказали. Естественно, мы все не доели, мы еще везем домой. Вот. Вот такой вот батончик кокосовый. Это в золотом яблоке я у мамы выпросила. Потом вот такой прекрасный тирамису. Доширак с креветками. Мой любимый зерненый творожок. Мой любимый, конечно, с манго, но я решила взять тоже такого. Клубика. Потом такой сырок картошка. За 18 рублей, кстати. Я не знаю, в каком он заку. А это здесь фирмы «Белый медведь», творожная масса с клубникой. Вот такая вот новинка. Сырок творожный с карамелью. И вот такой вот йогурт с клубникой. Смотрите, что тут еще подъехало. Горошек. Обожаю горох. Правда, у меня на него аллергия появилась, но бывает. Вот наши пироги, а банановый пай я уже убрала в морозилку. Ну, в холодильник, господи. Вот это я купила в Бифри. Это я купила в Мак. Офигенные мягкие шорты. Я сразу на них такая берем. И черно-белую полосочку футболочка. Я снова с этим мелким. Да, в этом влоге прям, ну, много этого мелкого моти. Смотрите, что мы ему тут устроили. Он ходит, уже бегает, играет. Я смотрю ютубчик. Да. Только можно. Ну, вы вот посмотрите на это. Ой-ой-ой, это что такое? Это что такое? Это кайфухи жесткие. Ну, ты мой маленький. Так, ну и вот мой обед. Мой самый любимый, это гречка с кабачковой икрой, грибочки и еще соленые огурчики. Вообще кайф. Может, не очень эстетик, но вкусно, капец.
Тут мы захватили просто прекрасную радугу, ну а здесь, я считаю, это шедевр ужин. Обожаю шашлычок на гриле и разные овощи. Мелкий, который уже скоро будет не мелкий. Я накрошила бананов, творог. Сейчас будем добавлять зеленую карамель. Еще я сделала чаечек. Вот такая прекрасная погода. Просто град пошел. Кайф, кайф. Ясло время открывать соленую карамель. Смотрите. Пахнет очень даже вкусно. Так, берем ложечку. Ой, она такая густоватенькая. Я хочу сначала просто в рот. Блин, это как вареная сгущенка. Собственно, вот такой завтрак у меня получился. Творог с мягким творожком, бананом, вот этой вот мягкой карамелью и еще затяжной печеньки достала. Сегодня на таком луке. У нас дождь, правда, прохладно, но думаю, все будет окей. Все, я сегодня на черненьком, такой год в новой футболочке. И сначала, в общем-то, мы с подружкой в городе там потусим, пошмусим. Потом у меня вокал. Я вот в таких вот мимимишных носочках. Все, колечко с вами надела. Все, мы сейчас быстро выезжаем уже. Так, красота. Монечка, Монечка, Моня. Мы переехали уже в перекресток. Мы у Роу. Она хочет взять себе Роу. А я не хочу, потому что я сыта до сих пор. Давай, бери. Мы зашли в моде. Смотрим какую-то фигню. Я хочу себе вот какую-нибудь подобную тарелочку. Что там? Свинья. Гениальная копилка, я считаю. Эх, все хочу. Ну, у моей мамы такая есть. Мы снова в перекрестке. И у меня будут на обед вот такие вот роллы. Кайф. Так, на десерт я взяла себе чудо и еще мерсишку. Я Ирина. Конечно. Как о ней не говорить. Конечно, мы для пацанов вообще зашли. У нас сегодня будет жесткий закуп. Зачем мы зашли в пацанячь? Я вообще реально не знаю. Мы взяли вот такую вот корзиночку. Сегодня я потрачу снова все свои денежки. Ура! Это уже какой-то другой магаз. Но в Глории как-то посимпатичнее, я считаю. Хочу себе какой-нибудь такой легкий топик. Наверное, возьму померить. Я уже набрала всякой фигни. Кайф. Так, ну что, мы в Глории. Я набрала, как обычно, дофига одежды. Следующая кофта. У меня что-то все развязалось. Красный. Такой себе. Я примериваю это платье. Вот оно мне очень нравится. Нет, я думаю, все-таки взять и вот этот топик, и сетку, потому что, блин, мне все это нравится. Мы закупились в Глории. Сейчас я пойду на вокал. Вайп. Все, вокал у меня закончился. Вот сейчас пакетик заброшу в машину и, может быть, схожу до вкусного. Но это не точно, так как я все свои деньги потратила. Это мой любимый лимонад. Я его обожаю просто. Да тут как раз моя подружка любит. Смотрю свои любимые книжки с рецептами. Нашла книгу со завтраками. Мое самое любимое. Мой самый любимый прием пищи. Боже, ура!
Я приготовила таблетик. Сейчас будем прекрасно кушать, прекрасно наслаждаться. Сегодня я хочу просто сделать йогурт вкусненький с клубникой. Я уже сделала себе чай, еще у меня будет такой коржик и сушеная манго. Прекрасный музон. Все. Так вот. Так как это будет лютый шедевр завтрак, я хочу вот эти хлебцы, которые вчера купила, тоже покрошить сюда. Такой завтрак у меня получился. Нас немножечко завтрак. Я нашла, ребята, эту новинку. О май гэд, о май гэд. Мы еще купили вот такую вот коробочку. Лоточек очень сочной и ароматной клубнички. А тут у меня на обед чебупицца пепперони и еще пицца пепперони. На следующий день я позавтракала шедевра сырниками, которые попали в топ тарелочек Кати Бельчик. Ну а здесь распаковка нашего наипрекраснейшего Дайсона, которого мы с мамой так долго хотели. Уложилась я Дайсоном. Просто офигенный результат. Как утюжком, да, Моти? Подтверждай. Подтвердил. Вообще кайф просто. Сегодня я такая прям вообще красотка. На черненьком. В очках я тоже прям такая красотка. Я снова с ним. Сейчас уже через пару минут поедем наконец-то в город. Всякие дела делать, снимать дегустацию и еще что-то. Давай. И такие красоточки. Едем. Не знаю. Если что, вернемся, мы уже поесть начинаем. Все, мы приехали. Сейчас будем дегустировать новинки из Ростикса. А вот и наша еда пришла. Оп-оп. Все, мы поели. Сейчас мы идем в Лаверну за тортиками для видео. Вот вкусняшки всякие. Еще одно из моих любимых завтраков, точнее, одно из любимых блюд на завтрак, это омлет с грибами и сыром. Просто обожаю. Вот это вообще идеальный завтрак. И яйца, и грибы, и тост с авокадо, чай, и десерт мороженка. Вот такую мороженку я сейчас буду пробовать впервые. Это какая-то новинка. Яблочный пирог. Какой красавчик. Мои хорошие, кто думает, что я не учусь, то вы крайне ошибаетесь. Вот сейчас пишу контрольную. Недавно тоже писала по алгебре, по геометрии. Победа. Я считаю, это шедевр обед. Чипсики, фанта, однажды в сказке. Всем привет. Я давненько не снимала влог, потому что все эти дни я просто гуляла, просто там с друзьями тусила, вот. Это, наверное, уже будет один из последних дней влога, потому что по факту уже ничего такого сейчас пока что интересного нет. Я сутками напролёт гуляю с друзьями, ничего не успеваю, даже вести телеграм-канал, потому что мы вечно тусим с ними, вот, гуляем по селу, все дела. Короче, классно. Я сегодня в новом топике, в новых шортах. Вот так вот. Такие у нас будни. Очень веселые, продуктивные. Я уже дня два подряд прохожу по 15 тысяч шагов. Очень весело, продуктивно провожу дни. Моти вообще по кайфу. Посмотрите, где он разгуливает, да? Иди сюда. У нее кошня маленькая. Ходит хорошо ему. Алло, да, все, уже еду домой. Я уже еду домой. Мой любимчик там стоит. Морковный тортик. Сейчас мы будем этого красавчика. Вот такой красавчик.
получился маленький кусочек, я думаю, я добавку буду брать. Вот такой вот идеальный завтрак у меня. Еще чай забыла показать. Сегодня у меня такой лучок на черненьком. Я уже собралась почти, что сейчас с Мотькой сижу. Где он? Ты где? Не надо по диван. Не надо на диван. Вот, сегодня я в новой сеточке, в новом топике. Осталось только волосы уложить. Ну вот, все, я уложилась. То есть и мама меня уложила на ДСМ. И вот такая вот я с новым красоточком. Вот. Я всегда красоточка, ладно. Перекусик, ребят. Такой вот пончик. Смотрите, ребят, в Магните стали продавать уже малосольные огурчики. Капец. Мы сейчас идем в Литуаль. Смотрите, какой прикольный уголок. Тут всякая... У них даже одежда есть. Смотри, мам. Косметика от соды. Тут Hello Kitty, это такая... О, вау, какая мимишность. Расчесочки. Гель для душа. А. Смотрите, какая мимишность. Вау, какая красота. Блин, я хочу себе гель для душа какой-нибудь. Макарунцы. Какая нежнятина и мимимишность прям. Пончики какие-то. Шоколадки, это бомбочки для мамы. Духи. Я зашла в рай для человека, который любит бренд Dolce Milk. Просто тут столько всего. Обалдеть. Я не знала даже, что у них столько представлено. Мама, у меня глаза разбегаются. Ох. Я купила себе такие блестяшки. Я думаю взять себе такую бутылочку. Она максимально милая. И мы уже в другой летке у Литуали. Уже которая в торговом центре. Собственно, тут тоже ассортимент хороший. А, я еще забежала в перекресток. Но потом покажу вам покупочки. Так, сейчас обзор на покупочки. Чипсы с горчицей, новинки. Одна пачка моей подружки, потому что она очень хотела их попробовать. Потом тортилья. Оля Лай, такой батончик кокосовый. Так я любительница решила попробовать, ну, именно кокосом. Сырок искусила, какой-то новый на дегустацию. Любимые карамельные хлебцы. Блинчики искусила со вкусом манго и маракуйя. А, вот такой вот батончик ореховый. Озера любимый мой. Вот это, кстати, батончики не пробовал ни разу. Творожная масса, такое тоже не пробовал. Мармеладки одни из любимых теперь. Ветчина. А, какой-то, смотрите, йогурт. Агрокомплекс с грушей и корицей. Потом питьевой йогурт от Тесса с голубикой. Потом питьевой йогурт, банан, овсяное печенье. Авокадо. Просто я не планировала, конечно, 4 штучки брать. Но там была акция, что типа 2 берете за цену... Нет, 4 берете за цену 2. Творог с грушей, к сожалению, моего любимого с манго, по-моему, не было. С абрикосом не было, вот это с грушей. Фрутонянька, дошик любимый мой грибной. И шоколадка, Пасха уже закончилась давно, но, блин, шоколадку почему-то только сейчас завели в перекресток. Я такая, надо брать, надо пробовать.
Если у вас выглядит холодильник не так, то я вам сочувствую. Угадайте, кто сейчас будет смотреть головоломку на английском. Привет, это же я. Ням, борьба без правил, борьба без правил. Ой. А куда ты снимаешь, да? Куда ты снимаешь? Эй, не снимай! Не снимай, я запрещаю. Не снимай, я сказал. А ну-ка, вырубила быстро, а то я сейчас тебя сам вырублю. Сейчас как вырублю тебя. Поняла? Да, туда ее. Понятно тебе, да, мисс Евка? У этого уже все кайфик. Он уже вырос. У него уже вот такой вот домик классный. Он уже кайфует. Да, Мотька? Эй, эй, челик. Салам давай. Мяу. Да, ты молодец, ты поздоровался. Вот, у него такой прекрасный домик в виде акуличий. Этот пасти, господи. И он хочет попрощаться с вами в этом влоге. Всем спасибо, что были на канале мисс Евки. Подписывайтесь на ее телеграм, на ее инстаграм, на тикток. Да, у нее есть тикток, если вы не знали. Всем всех люблю. Пишите в комментариях, хотите ли вы еще таких видео про мое питание. Любите ли вы мои влоги. Всем пока-пока. Мочка, попрощайся. Попрощайся.